Рюкзак фирмы Mountain Equipment, модель Orcus. Orcus выпускается в объеме 24 литра, и это один из самых легких рюкзаков в мире такого класса. Рюкзак рассчитан на быстрые альпинистские восхождения, на мультипич, на мультигонки. И также этот рюкзак подойдет для тех, кто хочет максимально снизить вес и объем своего снаряжения, для легкоходов. И при своих небольших габаритах и привлекательном внешнем виде его вполне можно использовать как рюкзак для путешествий. У рюкзака избыточно прочная для такого объема внешняя ткань, и она усилена плетением рипстоп. Соответственно, рюкзак держит не только нагрузку на истирание, но и при прокалывании не будет дальше расползаться, что очень важно при альпинистских восхождениях и контакте со скальной породой. Внизу есть две регулируемых петли. Сюда можно закрепить ледоруб, либо ледовый инструмент классическим способом. А можно отрегулировать петлю по объему и оставить совсем маленькое ушко для закрепления трекинговых палок. Даже с парой ледового инструмента рюкзак будет все еще адекватен, и это будет очень обтекаемый силуэт, который будет хорош на подходах к ледовой части маршрута. Вся внешняя навеска рюкзака является съемной. Можно снять утяжки, можно снять боковые утяжки, можно убрать ультралегкий пояс из стропы и грудную стяжку. Также в рюкзаке есть съемная спинка и утяжка верхнего отделения. Это обозначает, что рюкзак при всех снятых элементах похудеет на 30%. То есть полная масса 490 грамм, если все снять, будет весить 340. И в таком варианте он отлично придется по душе легкоходам. Рюкзак очень удобно сидит. Объем пояса позволяет надеть его поверх страховочной пуховки. А несмотря на очень небольшую массу, лямки имеют очень тонкий, но плотный материал. И таким образом рюкзак плотно садится по фигуре. Грудная стяжка регулируется по высоте. И можно подогнать рюкзак под любую фигуру. С рюкзаком удобно и лазить, и ходить. Рюкзак оборудован утяжкой основного отделения, куда можно подсунуть коврик, веревку или, например, страховочную жилетку или пуховку во время восхождений. Уникальная алюминиевая пряжка Grappler – это фирменная разработка Mountain Equipment, сделана полностью из алюминия, и она не имеет ответной части из пластика, как это часто бывает. Она крепится просто в стропу, и получается максимально простое, прочное и надежное соединение. Оно не обмерзает, и система легко надевается в перчатках либо варежках. За вот эти две точки можно закрепить петлю и вешать рюкзак на станции во время восхождений. В спинке имеется карман, который уходит в основное отделение, и там прячется набор для крепления снаряжения снаружи, вот в эти точки. При желании его можно не брать или установить, и тогда можно снаружи носить коврик или все, что вам заблагорассудится. Отделение закрывается на скрутке. Можно использовать ее в режиме с боковыми стяжками. А можно даже при переполненном рюкзаке скрутить их и застегнуть сами на себя, а боковые стяжки при этом снять. Таким образом сэкономить еще немного массы рюкзака. Внутри есть карман для питьевой системы и очень компактная застежка для крепления гидратора. Здесь же прячется пуговица, которая фиксирует
верхнюю стяжку, то есть она тоже съемная. В спине есть еще небольшое отделение, где прячется компактная спинка из плотной пенки. Ее можно использовать как сидушку или не брать с собой вообще. И тогда рюкзак становится супер легким и отлично садится по фигуре, что важно во время мультипичей или мультиспортивных соревнований. Также рюкзак можно свернуть и убрать в ручную кладь, когда вы летите к месту альпинистских сборов. Таким образом, имея очень низкую массу, прочную ткань и суперфункционал для такого маленького рюкзака, Orcus является отличным решением для альпинистов, скалолазов, тех, кто много путешествует, а также этот рюкзак придется по душе ультралегкоходам.